«Гараж Лайф. Мировые хиты». Грандиозное шоу прошло в эти выходные в Нарьян-Маре. Артисты Дворца культуры «Артика» восстанавливают свои силы после вынужденного карантинного простоя. Концерты проходят с аншлагами, правда, с условием заполнения зала всего на 30% и соблюдением всех противоэпидемических мер. Подробности далее. Савелий Ключников репетирует перед выступлением. Для юного музыканта сегодня дебют вместе с участниками малого концертного ансамбля. Это очень трудно, потому что иногда волнуешься, то что забудешь какую-нибудь ноту. Малыши наряду со взрослыми музыкантами с нетерпением ждали ослабления карантина, чтобы встретиться с любимыми зрителями. Потому что был такой интриг, то что я не смогу больше выйти на сцену так, как раньше. Почему? Ну, вот такая пандемия случилась, и очень хотелось также снова побывать и сыграть зрителям что-нибудь хорошее. Взрослые, уже признанные артисты, ждали возобновления концертной деятельности еще с большим нетерпением. Почти 8 месяцев простоя, пустые залы, такая атмосфера не способствует творчеству, но уныние позади. Ну, на самом деле, ждали и ждем новых концертов. И этот, конечно, тоже очень ждали. Ждали встречи с нашим зрителем, потому что это все не хватает от этой отдачи, от зрительного зала. И надеемся, что сегодня все пройдет как надо, мы выложимся по полной. И верим, что зрители останутся остальными. Концерт «Гараж Лайф. Мировые хиты» – отличная для зрителей возможность насладиться популярными музыкальными произведениями в исполнении артистов Дворца культуры «Арктика». Концерты проводятся с учетом строгого соблюдения мер безопасности. Масочный режим, 30% наполнение зрительного зала. И мы страдали, мы знаем, что зрители страдали, поэтому мы с особым волнением и с особым вдохновением выходим на сцену сейчас, когда у нас есть разрешение на 30% зала, и ждем, конечно, увеличения этой доли зрителей в зале. Впрочем, карантин и ограничительные мероприятия – не повод для бездействия. Это время артисты тоже использовали для творчества. Создание новых проектов, осмысливание идей. Это была очень такая кропотливая работа по поиску новых направлений, новых жанров. Мы делали проекты, связанные с видеоформатом. И в том числе появился вот этот проект «Гараж Лайф», который сегодня имеет продолжение уже. Это смесь телевизионного формата с концертным форматом. Достаточно интересное направление, оно будет развиваться. И, конечно же, ни один концерт, ни одно выступление невозможно без зрителей. Именно для них каждый выход на сцену, для них каждая песня. Конечно, они готовились, переживают до сих пор. Репетиции были ежедневно на протяжении всей недели. Как вы будете поддерживать зрительный зал? Конечно, конечно, будем громко аплодировать. Дети недавно только начали заниматься в музыкальном коллективе и играют на инструментах. Переживаете? Да. Как-то будете поддерживать? Будем. Какой ты любишь музыку? Ну, типа такой, это, такой твердый музыку такой. Ну, которая, это, рэп, в общем. Я в том году была, наверное, на подобном, и хочу еще раз прослушать. Очень долгожданные и желанные. Мы очень рады, что начались концерты. Прямо вот такое ощущение. Я прямо на все концерты купила билеты. И подружек своих купила. Артисты обещают не подвести, радовать зрителей своими выступлениями и концертной деятельностью. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».